Так почему же, с какой целью Сын Божий оставил славу небес и сошел на эту крохотную пылинку необъятной вселенной, которую мы называем землей? Он так любит всех нас, что оставил небо и родился в грешном мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы ни был грешен, вместо горя, скорби, счастья, радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым в мире за тебя. Родился, чтобы грех.